Да, откровенно сказать, я даже не знаю, с чего начинать. А, потому что за последнее время слишком много дерьма вылилось. Откуда? Куда? Но все получается, что выливалось от тебя. От меня? Да. Потому что люди мне говорят, а я сижу, слушаю, тихо охреневаю. Но я тебе ведь очень много помог, как ты помнишь. Конечно. Денег на книгу я тебе дал на издание. Да, все очень хорошо помню. $10 000 я тебе дал на квартиру. Помню. Трубы я тебе купил, кучу труб медных. Это тоже не маленькие деньги. Поэтому ты, по-моему, там... Да, ну, до хрена. Ты, я там, очень хорошо помню. Тысяч на 150 тогда было. Ну, до хрена. Ну, ладно, это не суть. А получается так, что на меня льется грязь. Ну, вот. Все говорят, что это говоришь ты. И меня... А ты меня отодвинул нахрен. Я ни с кем не общаюсь больше. Общаешься. Я последний человек, который приехал. Из Казахстана. Из Казахстана. Что это участок твой, что ты, я у тебя там охранником работаю. Ты что, охуел? Вот. Ты что, охуел? Я никогда этого не говорил. Еще раз тебе говорю, я никогда этого не говорил. Вот эта грязь, которая льется периодически с тем же царем, который приезжает ко мне на дачу, блин, ко мне в дом и не подает мне руки. Вот, разберись с ним сам. Я не знаю его, у меня ни телефонов его нет. Вообще. А я-то с ним что могу сделать? Я-то что смогу делать? Я союз всем с прибабахом. Мне непонятны наши с тобой отношения. Ну, потому что, как бы... Я начал весь этот проект, но вбил туда все свои деньги, последние, которые у меня были. Но потом, благодаря этой пирамиде, как ты знаешь прекрасно, появился Куликов у нас, на котором мы работали благополучно 2,5 года. Я хуячил эти спирали, блядь, со своей беременной женой в подвале. Один. Но, а получал 3 рубля, блядь. Понимаешь? Моя беременная жена жрала картошку, потому что жрать нехуй было, не на что. И что? А вот сейчас ты продаешь жезлы, ты продаешь стельки, у тебя все процесс идет, а ты мне за 1,5 года не дал ни копейки. Когда вот мы закончили работу с Куликовым, ты мне не дал ни копейки вообще. Хотя, в принципе, ты везде пишешь, что жезлы экспонируются в пирамиде, стельки тоже экспонируются в пирамиде. Простите, а я-то кто тогда получается? Вот честно, вот давай вот, ведь это получается так. Этот проект, грубо говоря, получается наш, да? Троих. Тебя, меня, Новикова. Сейчас нет смысла обсуждать, как это было изначально. Вот. Почему? Потому что... Я остался у разбитого корыта с долгом 2,5 миллиона рублей за пирамиду. Все дело в том, что, понимаешь, какая ситуация. Новиков то же самое постоянно говорил, что вот подожди, пойдет время, никто не ты, не я, какая-нибудь хуйня там произойдет, кто-нибудь под манди попадет в Вореньке. Ну, пошлет он вас всех нас нахуй и так далее. Я нахуй никого никогда не пошлю, потому что Борь. У меня есть одно. Честность и порядочность. Я всегда был таким. Хоть устраивай консилиум, потому что я такого уже... Я не хочу, а я вообще не хочу ничего говорить. Вот мне все что угодно про тебя говорит. А я тебе вижу в бою. А что про меня говорить? Я никому плохого в жизни ничего не сделал. Борь, можешь представить себе, что говорят? Кто что говорит про меня? Вот то самое, которое говорят, блядь. Да говорят, уж поверь мне, всякую хуету несут. Кто чего может, но мне-то чего говорить. Из твоих знакомых и моих у нас больше я никого не знаю. И ты из моих знакомых. Ой. Вот. Если ты почешешь репу. Покажи мне. Ой. Скажи мне, я тебе сказал, кто мне чего сказал. Последний из известий. Я тебе еще раз говорю. Мне вот, например, мне. Кто? Скажи мне, пожалуйста. Давай с этим человеком встретимся. Смысл. Нет, смысл прямой. Да я с ним виделся. Че мне? А, ты хорошо. Я с ним виделся. Жалко. А мы просто познакомимся и поговорить вот на это, чтобы он как бы говорил об этом. Он мне это прямую сказал, прямым текстом. Тебе? Да.
ты скажи мне, а кто про меня еще гадость говорит? Кому я сделал плохо? Да люди это говорят не потому, что ты сделал плохо. Вот. А почему? Скажи, вот что ты, например, сделал плохого? Ну, пример тому же Сереге, тому как ему, блядь, царю. Царю? Да. Ну, что ты плохого, например, сделал? Вообще ничего. Я его и не знаю. Я его видел два раза в своей жизни. Или тогда, три. Тогда почему у меня такая реакция? Не знаю. Вот я не знаю. Я не знаю. Вот человеку кажется, что-то так, понимаете? Очень многим людям кажется, чего-то кажется. Если человек ко мне пришел в гости, я его принял, посадил за стол, и ему что-то угостил, там, это не суть важно, просто я его принял в своем доме, и ему кажется, что я к нему плохо отношусь? Да. Например? Я готов с ним встретиться, с удовольствием, вопрос. С превеликим. Вопрос. Смысл? Смысл? Я хочу спросить ему его в лицо, какие претензии ко мне? Мне не один человек это сказал, понимаешь, Валер? Я слышал собственными ушами. Ой. Мне включили громкую связь, и я сидел, слушал. Я не хочу больше ничего. Вот, пускай вот мы встретимся с этим человеком, встретимся с царем. Я хочу узнать его претензии ко мне, потому что человек... С царем я не думаю, что мы встретимся с тобой. Я тебе сейчас говорю, что вот при всем моем желании, он на это не пойдет. В общем, короче говоря, ладно. К чему мы возвращаемся, собственно говоря, с чего начали? Нет, мы не возвращаемся. Просто-напросто это очень паршиво. Я к ничему возвращаться не хочу. Есть мне предложение. Нормальное людское предложение. Давай мы с тобой сделаем так. Я вот по людям, по этим ситуациям, постараюсь сделать для себя все, что могу. И царя приведу, и прочее приведу. Все скажешь, что я сделаю.